Да. Прошу вас, Только не заставки, а обложки. Заставки это пожалуйста. наподобие интро. Я тоже, конечно, знаю, как делать. Вот вступительные такие интересные звуковые всякие вещи. Ну, в данный момент мы будем говорить сегодня о приложении, которое называется «Аватан», для создания фотовизиток, коллажей, обложек для постов и видео. Вот. Программка эта устанавливается ВКонтакте. То есть вот вы можете смотреть. А, сейчас я открою экран. Экран видно, да? Ага, все, замечательно. Вот прям входите в контакт на свою страничку в поисковике, нажимаете, набираете слово «Аватан». И вот эта вот голубенькая такая вот эмблемка. Заходите сюда. А, ну, здесь можно вступить в группу, можно не вступать. Вы, главное, нажимаете «Запустить». Запустить приложение. Вот оно сейчас вот этот ролик пройдет. 30 секунд он идет, тут без него никак это не дает дальше нам работать. Вот тут в основном фильмы всякие новые рекламируют. Так, сейчас. 15 секунд еще осталось. А, вот пока здесь идет ролик, смотрите, наверху, где действие, да, нажимаете «Добавить в левое меню». Нажали, и у вас эта программка, теперь она не пропадет, она всегда у вас будет вот здесь вот в левом меню. Видите, аватан. Вот. То есть, когда вам понадобится работать с этой программкой, с приложением, вы нажимаете, и вот оно вот так вот у вас открывается, да. Вот сейчас заходите на главную, нажимаете «Коллаж». На картинку, вот здесь, значит, нажимаете на картинку и загрузить с компьютера. Открываем фото, загружаем подготовленные фотки. Вот они у нас тут встают сразу. Еще сейчас загрузим. Еще. И еще. Вот, загрузились. Теперь выбираем, какой нам нужно вот сделать коллаж. Вот здесь много всяких разных версий. Какие удобно, какие интересно. То есть можно там вот что-то, если делать такое командное, да, там ваша общая фотография здесь или там название вашей команды, и тут вот фотки, да, вот такие можно будет разместить ваши команды. То есть вот такой вариант, да. А, вот здесь тоже какую-то надпись такую сделать на фоне и здесь фотки разместить. Но это такие командные. Но вот мы сейчас выберем что-нибудь такое попроще. Вот, например, вот этот вот возьмем. Это чтобы нам, например, создать фотовизитку. Здесь можно вот эти вот всякие смещать окошки. Можно раздвигать, делать пошире. Вот здесь можно сделать поуже. Если какие-то не нужно окошки лишние там будут, да, вот особенно где их много, вот на крестик нажимаете, а оно раз исчезает, и получается здесь тогда будет два окна, да. Вот мы выбрали коллаж, загрузили фотографии. Так. И теперь вставляем. Ну вот, например, да, я вставляю вот сюда свою фотографию. Это если делать визитку. И фон. Ну, как бы для мальчиков я так рекомендую такой темный фон, да? Потому что у нас мужчина больше любит такие темные тона. Вот так вот, да? Вот сейчас смотрите, вот сюда раз. Вот видите, как получилось красиво. А для девочек, конечно, можно что посветлее. Просто вот берете вот так вот и перетаскиваете. Мышкой зажимаете и перетаскиваете. И вот сюда вниз. Вот здесь вот внизу хотите вот такую витиеватую сделать. Хотите, вот, чтобы была полоска сделать, подвинуть. Ну, все, то есть можно просто однотонное, да, что-то фон какой-то загрузить. Вот такое вот что-то можно сделать. Вот. Значит, вот это мы заготовку сделали. Нажимаем «Готово». И вот нас перебрасывает в следующее окно. Здесь мы можем эффекты всякие применять, фильтры, текстуры, наклейки. Ну, в данный момент давайте текст сейчас используем. Ну, здесь вот еще рамки. Так, давайте текст. Значит, что вот здесь вот напишем с левой стороны, вот где над надписью «Добавить», пишем текст. Ну, так как это у нас будет визитка, да, то есть, соответственно, мы пишем свои инициалы. Майорова Марина. И нажимаем кнопочку «Добавить». Здесь можно выбрать цвет. Ну, у нас к серому подойдет. Вот такой можно даже. Синий, наверное, вот больше идет цвет. А, значит,
жирной можно сделать, можно курсивом. Здесь у нас это не нужно, это обычно для текста хватит. Так, сейчас мы вот это окошечко чуть-чуть сдвинем куда-нибудь его сюда. Значит, тянем вот за уголки и как бы увеличиваем, да? Увеличиваем. Так, чтобы была у нас на всю длину. Здесь, кстати, можно поворачивать. Хотите так, хотите эдак. Вот, видите, просто зажала мышкой, и вот она, надпись крутится. То есть вот здесь вот выше, если какие-то надписи делать, то можно в любом положении сделать под любым углом. А теперь можно выбрать, например, какой-нибудь шрифт интересный. Вот видите, то есть нажимаете, набираете, и вот шрифты, они прям меняются тут же. Выбираете, какой вам больше понравится. Так, что у нас тут? Это очень большой. Это тоже интересно, конечно. Но вот можно, если он понравился, шрифт, просто чуть-чуть уменьшить, вот, и подвинуть. Так. Хотя не очень, да? Тут, нет, это какой-то слишком круглый. Да, вот такой оставлю, да и все. Вот такой. Меня, кстати, слышно? Это такая тишина. Ну все, прям такая гробовая тишина. Так, надпись сделали, все, на каком-нибудь окошко там в стороне наступили, все, это есть. Теперь вот здесь можно, вот это, кстати, полоска, да, чтобы она вам не мешала, вот эта полоска, это просто можно картинку или увеличить, видите, или уменьшить, или увеличить, или вернуть как назад. Вот. Или колесико можно крутить. Вверх-вниз колесико крутите. Вот тоже, да, оно как бы так меняется. И вот это можно просто свернуть, убрать. Вот, чтобы не мешало окошко это. Так, внизу тоже можно сделать надпись. Здесь можно даже не надпись, а просто свои как бы координаты разместить. Вот, например, так сейчас. Раз мы делаем визитку-то. Ну, вот, например, связь со мной, да. Сейчас я просто ставлю. Так, вот сюда, значит, опять надо добавить над кнопочкой. Вставляем текст, нажимаем добавить, спускаем его. Куда побежал? Сейчас. Ну, совсем пропадать. Хочу ниже, вот. Низ его спустили, поменьше чуть-чуть. Мышка такая у меня чувствительная. Так, цвет, да, здесь опять-таки выбрали цвет. Так, повыше, повыше. Так, потом, значит, смотрите. Картинки у нас. Ну ладно, сейчас картинку. Потом еще вот сюда сейчас я скайп, например, свой размещу. Так, окошко закрыла. И скайп. Также вставляю просто. Ну, можно писать, можно вставлять, как вам удобно. Да? Добавить опять нажимаем. Опять мы мышкой захватываем. И опускаем ниже. Так, сейчас цвет синий, чтобы было видно. Так, сейчас я ее поменьше тоже. Так, вот это, чтобы не мешалось. Уберись, уберись, уберись. Вот иногда что-то у меня как-то не слушается. Так, ладно. Так, на пустое поле наступаю. Вот, можно, если что-то поправить, да, на пустое поле наступили, да, и вот как бы тут не в одну строчку, да, вот не нравится мне. Опять на надписи наступаете, и можно вот так чуть-чуть там смещать или увеличивать, то есть тянуть опять-таки, да, вот там вправо-влево, вот, поправить. Так, вот это мы убираем, чтобы не мешалось. Так, вот это можно чуть-чуть, сейчас, ниже не спускается, ну ладно, так, готово нажимаем, да, готово нажимаем, теперь, значит, опять текст по-быстренькому сейчас мы, Майорова Марина, добавить, так, вот сюда вставляем середку.
Так, здесь тогда нам цвет подойдет, наверное, темный надо. Прям какой такой вот прям темненький. А, кстати, с цветом, да, можно цвет выбрать, знаете как? Вот эта вот пимпочка, вот когда вот сюда нажимаете, вот на эту вот длинненькую клавишу, вот такой карандашик появляется. То есть, чтобы выбрать цвет надписи, чтобы все в стиль было, да, можно нажать, например, вот на темно-серый цвет. Нажимаешь, и надпись становится именно вот такого цвета. Нажимаю на черного, на черный. Мне кажется, черный должен быть. На черный, да, на черное. То есть, если... Да, да, то есть если там был золотистый, нажимаешь вот карандашиком на золотистый, вот сначала сюда, потом на золотистый, видите, он прям карандашик, и прям вот видно, что меняется, да, вот черный, серый, вот черный, да, вот выбираем черный, все. И побольше сейчас мы делаем, растягиваем. Ну, то есть это не какие-то там, да, вот программки там супер-пупер такие сложные. Тут прям все раз ВКонтакте, обложку или для поста сделал вот такую вот обложку и все. Вот, делаем его жирненько, делаем там косой такой. Здесь можно выравнивать, да, вот право-влево надпись нажимать, посерединке. Ну, и там, если текст там такой, какой-то большой, например, да. Вот, наконец-то она мне шевелится, а то мне что-то она не сдвигалась, мешалась. Ваня, а можно что-то сразу скопировать вместе с этим скайпом и поставить все вместе? Можно, но иногда там подбираешь оттенки, например, фон какой-то, несколько там загрузил фона, да? Я просто от простого пошла, и смотришь, что сочетается лучше с фотографией, например, да? Вот. Так, наступило. Вот это как бы визитка такая, ее можно вообще, да, куда-нибудь там втыкать. Можно сразу в плеер вскрыть. Во-первых, фотографии тебе нужны, у меня голова срезана. Надо уменьшить, чтобы ты была голова целая. Мне кажется, так. Можно, да. Но вот ее, кстати, вот она вот такого размера почему-то, вообще они двигаются, фотки, вот здесь вот если нажать, но это там в предыдущем варианте, перед тем, как готово нажимать, вот, двигаются они. Но она у меня почему-то не двигается. Я просто так вот по-быстренькому это вот подготовила. Вот. Да, и потом, значит, что есть вот эффекты, так, вот наклейки, например, да, нажимаете на наклейки, вот там вот, где, например, у меня было две надписи, да, вот связаться со мной, вот это вот, такая программка тоже там сюда, если вот заходишь, там все мои Facebook и Одноклассники, и ВКонтакте, и YouTube, вот прям все там открывается, сразу можно по-любому связаться. Вот. И, например, если Skype, да, у нас вот, как я хотела, ромбик посередине поставить, здесь вот можно какие-то наклейки выбрать, там что-то такое, если что-то праздничное, или там какие-то вот глаза. В принципе, да, можно. Да, глаза какие-то, вот оно сюда вот просто переносится, также вот уменьшается, вот поворачивается. То есть вот это вот можно вот сюда подвинуть. Так, это какие-то, по-моему, плаксивые глаза, кстати. Что-то слезы на глазах. Да. Не, я просто как применить, да, вот вообще эти наклейки. Тут вот посмотреть всякие, вот они вон есть на школьную тематику, там если кто-то там что-то для школы делает, да, глобусы, автобусы. Вот что-то такое с осенью связано, там листочки, там пузырики, цветочки, вот что-то тут всякое, да, походить. Текстуры, например, да, можно посмотреть. Лепестки роз. Так, вот что-то у меня тут, да, вот такие вот, как-то у меня сюда язык попал. Так, значит, если что-то не устраивает, да, отмена нажимаем. Так, вот этот язык тоже, откуда он взялся. Там огонь, например, да, что-то там про огонь такое, вот тут выбираешь их разные. Здесь вот тоже переходы, то есть можно сделать там более-менее прозрачный такой оттенок какой-то получается. Видите, вот поярче сделать, или вот что-то такое, вот чуть-чуть там типа что-то огненное, да, или там вот внизу вот что-то такое. И вот чуть-чуть вот так вот, да, вот чтобы... Вот, да. Вот, да, тут вот видите, о, как бы, да. Открой, пожалуйста, девушка. Вот внизу квадратик выскочил серенький. Вот этот? Крестик нажми. Не убирай, а крестик нажми. Чего это ты делаешь? Я его спрятала. Я его спрятала. Еще надо просто закрыть. Ладно. Так, дальше. И вот, значит, выбрали вот такой огонь, да, и надо нажать применить, чтобы это сохранилось, да, применили.
Дальше эффекты, вот, например, да, есть тут эффекты. Ну, эффекты сам не знаете, да, что это такое. Вот такой вот цвет, вот более там теплые тона, то есть вот меняется, видите, все. То есть здесь вот выбираете все, вот, вот такое вот что-то. Вот, кстати, для такого огненного цвета, для огненной такой визитки, кстати, вот что-то вот такое огненное, это, наверное, и подошло бы. Вот что-то вот такое вот. Теплый такой огненный цвет. Вот, вот такое давайте оставим, применим. Так. А дальше тут фильтры. Фильтры здесь тоже надо вот смотреть, прям каждый выбирать. Тут, видите, усиление вот этих вот всяких вот фактур. Там более расплывчато что-то тут. А вот это... Вот черно-белое там кому нравится, да, вот стиль вот такой, вот многие тоже его используют. Или вот стиль вот этого кадра пленки такой, да, вот тоже там побольше, поменьше смотрите. Что тут еще? Вот матовость, например, такое вот тоже смотрите в процентном соотношении, как оно, чтобы было сильно матовое, не очень. Вот. Эффекты вот всякие разные. Вы тоже тут фиксируете всякую яркость. Если ничего не понравилось, просто на отмену. Если что-то понравилось, применить, то есть, да? То есть ты здесь создаешь, он у тебя не двигается. Не двигается, да. Вот здесь все создаешь и все. Вот что нравится, вот что такое за вибрация, например. Не знаю, что такое за вибрация. Нет, вот ты сейчас обложку создала, она у тебя вот просто обложка. Да, ее надо будет сохранить еще. Вот здесь вот кнопка сохранить, если понравилось, все, да? То на сохранить. Так, давайте еще посмотрим. Значит, текст, наклейки посмотрели, ретушь, что такое у нас тут, да? Так, что здесь еще у нас есть? Если блеск, да, устранение бликов. Ну-ка, давайте используем, попробуем на щеках. Вот, да, блики, смотрите, видите? Вот, видите, да. То есть у меня тут блестел, вот нос блестит, вот сейчас нос блестит, кончик, вот он уже не блестит. Вот, применить, да? То есть вот здесь вот тоже все. Ну и вот здесь надо смотреть, загар, хочешь загорелые будешь там. Тут даже цвет глаз можно поменять. Вот цвет глаз, смотрите. Ну, в общем, как бы понятно, да? То есть здесь очень много функций, надо смотреть. Даже вот можно подводить, можно тени, веки, губы накрасить, и зубы отбелить. Это я тоже пробовала. Вот все тут делается очень много. Рамки. Рамки есть скругление. Вот, смотрите. Вот видите, края у меня сейчас закругляются, да? То есть вот такие делаются. Так. Что у нас тут фигура, отмена, мы не будем так отменить, фигура. Здесь тоже надо вписывать, да, вот видите, шевелится, можно там вообще как-то просто внизу надпись сделать, ну, что-то такое овальное сделать, да, там. Но это в основном для какого-нибудь это видео, там, фотомонтажа. Так, отменим, вот тут разные, видите, и треугольники, и вообще там можно... кучу всяких фотографий сделать по-всякому. Так, отмена. Зеркальные рамки. Так, что у нас здесь с зеркальными? Тоже типа стекло, видите, получается. Вот как будто вот это что-то такое водянистое стекло. Вот, кстати, интересно, я такое еще не пробовала. Надо ставить так, применить. Как будто наложение стекла на фон такой. Ну, также здесь вы смотрите, здесь очень много, вот видите, есть и под ретро, под старое, и всякие вот и цветочные, и денежные, там, наверное, вот что-то, тут много всего. А, вот. Ну, в общем, одним словом, вот вы сделали, вам все понравилось, да, и нажимаете сохранить. Если вы хотите сделать что-то такое, какой-то просто коллаж там, да, что-то, например, пост, да, то вместо вот этого вот вместо ажурной вот этой рамки просто какой-то однотонный фон, также делаете надпись, и надпись сюда вставляете, хотите ее поворачивать и вправо-влево, хоть там шиворот на выворот, по-всякому, да, значит, всякие там текстуры применяете, все вам понравилось, нажимаете сохранить, здесь, видите, можно как бы размер изменить, какой вот здесь вот применить размер, да, ну вот, например, для ВКонтакте, там я где-то вот делаю, примерно так вот 700 беру, видите, автоматом подбирается уже ширина, высота. И нажимаем сохранить. И куда сохранить? Ну, я вот делаю на рабочий стол, там, да, обзываете как-то вот, ну, коллаж пускай останется, например, название. И сохранить. Все, идет сохранение. Вот так, тут реклама опять сейчас. Так, убрать рекламу. Или нет, пускай, не знаю, что сейчас будет. Уберешь рекламу, еще что-нибудь привяжется, попросит.
Так, все. Если вы хотите дальше продолжить работать, да, открываете другое фото, там, продолжить нажимаете. Вот это продолжить, да. И здесь еще, вот здесь вот можно вообще как бы вот там вернуться потом, убрать вот этот фон с правой стороны и другое что-то уже использовать. Там несколько, да, делаете. Вот, можно посмотреть, что у нас получилось сейчас, да. Вот она сохранилась у меня на рабочем столе. Вот такая вот картинка, видите. Все это ВКонтакте делается. То есть это можно пост любой украсить любыми картинками, надписями, сразу там все встроить, надписи свои, там, да, контакты и все такое. Это вот одна программка, которую я вам хотела показать. Называется она Аватан. Ссылочку я вам скину в чате. Можно как-то и по ссылке зайти, или вот как я вам изначально показала, просто в поисковике Аватан набрали прямо ВКонтакте, и она у вас, программка эта, нашлась. А конфе, девчонки, знают, я уже 100 раз рассказывала. Угу. Вот, ты лучше покажи, где у тебя играющие. Интро? Да. Не, интро я сегодня вам еще пока не готовила. Она делается, интро вообще в Камтазии. В Камтазии делается, да? Но, а, да, она делается в Камтазии. А, но заранее вы интро, например, ищете. Вот смотрите, как. Ну ладно, давайте так. Не, без подготовки я вам расскажу, как это делается. Элементарно. Заходите на YouTube. У тебя Камтазия, как, подожди, у тебя Камтазия какая? 9-я, наверное. Да. Набираете, вот смотрите, да, на YouTube заходите, набираете интро. А, интро, например, скачать. И вот здесь, смотрите, у вас сразу выпадает вот топ-10, да, интро, вот бесплатно, скачать бесплатно. Вот заходите, давайте сюда зайдем. Звук выключу. И здесь вот смотрите, какие интро, вот видите, вот тут разные они. Как правило, у таких вот мальчишки выставляют, у них вот они, шаблоны. То есть понравился какой-то шаблон, вы его скачали. Вот нажимаете, значит, скачать. Вот он скачался. Так, сейчас мы вот это вот закроем уже. Так, канва-то закроем, раз мне не надо. Я закладок целое море, ну-ка позакрывай. Поэтому тебя плохо тянет, тянет тебя. Позакрывай все закладки. Не надо. Ну, тянет у меня. Я думаю, что запись будет плохая. Тянет вообще. Все хорошо, Марина, слушай. У меня, наверное, с микрофоном. У меня, наверное, с микрофоном просто какие-то бывают проблемы. Мне просто надо всем отключить микрофончик, и тогда будет вообще хорошо слышно. Да, вот смотрите, на рабочий стол я себе, да, сейчас вот закачала то, что загрузила. Вот давайте посмотрим вообще, что мы загрузили. Вот такая вот, да. Заставочка интро. Вот. Вот мы эту заставочку сейчас в Камтазию закинем. А вот она. Так, все это закрываем окно. Вставляем ее вниз. А, у тебя Камтазия другая. Я говорю, у тебя другая Камтазия. Вот смотрим, где там какой-нибудь момент, да. Ну, а как Камтазией пользоваться, в принципе, уже на том занятии, да, объясняли. А, так, сейчас. Действия, звуки, эффекты. Ну-ка напомните, где у меня текст. Вот он. Ага. Выбираем, значит, текст, примечание, да, текст. Нажимаем, тянем его вниз. И здесь вот пишем, например, текст у нас, да, нажимаем на поле, например, урок. Урок. Как создать интро. Так. Выбираем цвет. Вот здесь у нас цвет выбирается с правой стороны. Так, сейчас мы что-нибудь выберем. Ну-ка. Слушайся, тетя. Так, сейчас. Да, у нас такое есть. У нас тоже такое есть, у меня 8, я поняла. Так, сделаем жирненько. Так, ну, просто как пример я вам, да, привожу. Вообще там выбираете интро, какое вам больше нравится. Так,
Так, выбрали текст. Сейчас мы еще какой-нибудь эффект на него, анимацию наложим. Так, чтобы оно у нас там как-то вот так вот выпрыгивало. Так, сделаем сейчас мы плавный переход, например. Так, эффекты исчезания. Там он появится и исчезнет. Вот так вот. Это одна надпись, да, там сделали урок. Так, и еще можно сейчас сделать опять-таки текст. Сюда опять-таки окошечко ниже. Так, сейчас. Сюда сейчас мы мышку перекидываем. И пишем, да, кто ведет урок? Марина Майорова. Так, опять-таки давайте, значит, цвет выберем. Красный для девочки. Так, жирненький. Побольше. Растянем. Так, шрифт, например, какой-нибудь. Ну, у нас для русского языка шрифтов, конечно, мало, конечно, дается. Но пускай будет такой. И сейчас тоже наложим какой-то еще эффект. Ну, пусть будет вот такой паровозиком. И также, чтобы у нас плавно возникало. Сейчас какой-нибудь сделаем. Вот что-то растворение такое. Растворение давайте. И сейчас мы посмотрим, что же у нас в итоге получилось. То есть вы такую вначале заставку сделали. А потом вот здесь дальше вы уже то, что ролик отсняли, да, вы его сюда вот так перетягиваете. И дальше свой ролик уже там дальше делайте. И вот смотрите, что у нас получилось. Вот, буквально это делается, вот вы видели, 2-3 минуты. Да, вот видишь, у меня восьмерка, но там тоже такие эти есть вещи. Это в любой Камтазе, в любой Камтазе. В любой Камтазе это делается. Да, вот такое вот, очень все просто. А библиотека у тебя тут есть? Да. Дело в том, что там у нас библиотека есть. Можно за счет библиотеки тоже снять. Вот библиотеки, вот они. Есть они без музыки, есть такие, знаете, всякие растворяющие, что-то такое. Я вот себе там делаю такие тоже интересные, там луч какой-то из темноты вылетает. Всякие, этого интро в интернете найти можно, просто море. Можно обратный отчет, как... Смотрите, выбирайте, говорю, просто там поле непаханное в интернете. Но вот это вот буквально делается заставка, вот буквально 2-3 минуты. Вот сами видите. Ну, в принципе, вот и все, что я вам сегодня хотела рассказать. Ну, замечательно. Отлично. Спасибо. Угу. Спасибо. Слушаем тебя, девушка. А видно, да, мое окно? Еще 2 минуты тебе делю. Ага. Минут и хватит. Вот, вот видите, да, вот как я вам показывала шаблон, то есть вот надпись внизу, вниз я сделала, разместила, подвинула, чуть ниже опустила, да, и вот здесь вот всякие надписи можно, да, это вот один вариант такой вот можно. Вот, кстати, ромбик, видите, посередине, вот я его хотела вставить, но почему-то он мне там не вставился. Вот, потом вот такой вот делала, да, сейчас не перепрыгну. Вот такую вот можно делать. Тоже вот эта надпись я написала. Вот там готовые, вот это готовый шаблон. Я только вставила свою фотографию и вот надпись такую тоже сделала. То есть вот такую вот можно. Там и вот командные я вот там вам, да, показывала. Вот всякие командные тоже можно делать. В общем, там поле непаханное, шаблонов полно. Так что вот используйте Аватан, посмотрите, полазите. Очень интересная программка. И бесплатная причем. В принципе, я все. Love is here.